Прекрасно. Я вам скажу почему. Потому что те столетия, которые за нами, они многому нас научили. И то, та война, которую мы пережили, даже те мальчишки, девчонки, которые родились после войны, они все равно не могут не чувствовать эту победу, эти жестокие потери, эту жестокость, которую пережили мы все. Вот я мальчишкой встречал войну. То есть я вижу свое наше будущее, Россию прекрасно, потому что Россия вся стоит на прекрасной литературе, на высоком искусстве, на живописи, которой мы гордимся. Она стоит на тех принципах, которыми мы гордимся, потому что другого не дано. Это Россия, она одна. И она должна быть прекрасна.